Доброго времени суток, дамы и господа. Конь в Diablo 4, само собой, полезный спутник. Быстро передвигаться всегда полезно. Можно быстрее перейти с одной точки в другую, можно миновать мопцов, и вообще в целом геймплей становится приятнее. Само собой, у многих игроков в момент просмотра стримов возникает вопрос: а когда же дают этого коня? Может, на первом уровне, может, на 60-м, может, на 100-м, может быть, как-то пораньше все это сделать, может, нужно что-то особенное сделать. А особенного дела ничего не нужно, но давайте сейчас обратимся к вырезкам с моего стрима и все рассмотрим, как, в какой момент мы получаем коня. В тот самый момент, когда мы будем делать задание четвертого акта, мы придем в собор. Там будет Инарий, и произойдет диалог с Донаном. Он скажет: «Ты до сих пор без коня?» И в этот момент нам дадут побочное задание. Подойдя к смотрителю стойл, мы можем получить своего коня и его кастомизировать. Опа, походу сейчас лошадь дадут. Ты с местным смотрителем стойл, старый. Скажи, что тебя послал я, и он даст тебе коня. После диалога со смотрителем стойл нам выведут небольшое обучение. Кратко расскажут о том, как пользоваться конем. В целом, обучение в 4-й Диабле довольно-таки приятное, и все его изучив, мы прекрасно поймем, как пользоваться конем. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!